Такая замечательная шапочка. Роза чайная, которая взорвала весь интернет просмотрами. Всем она нравится, и поэтому по-новому я делаю МК. А теперь предлагаю весь процесс вязания этой шапочки. И думаю, те, кто свяжет такую шапочку, сфотографирует и вышлет мне фото на электронную почту. Давайте посмотрим, что для этой шапочки нужно. Спицы, круговые, ножничка. И будем вязать простым обычным набором петель. Давайте набирать. Нити Ализе Лана Голд. И вторые нити Китмахер Ализе 500 метров. Эти 49% шерсть, 50% акрил. Взяла номер, чтобы совпадал с махером. Обязательно нужно. Ушло 100 грамм ниточек. Шапочка вяжется очень легко. Набираем 47 петель и будем вязать. Я не буду показывать, как петли набирать. Каждый знает, как набирать любым удобным способом для вас. И будем вязать переврат платочной вязкой. Вяжем 47 петель платочной вязкой. Лицевыми. Ошиблась, девочки. Лицевыми. Первую петлю снимаем, а последнюю провязываем изнаночной. Дошли до конца ряда. Все лицевые, а последнюю петельку провязываем изнаночной. Работу поворачиваем. Это у нас был первый ряд, все лицевые. Сейчас смотрите внимательно. Первую петлю снимаем и 5 провязываем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 15 изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Здесь будем провязывать 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 15 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И здесь будет 5 лицевых. И одна изнаночная крайняя. Работу поворачиваем. Так будем вязать 8 рядов. Третий ряд. Вот довязали мы 8 рядов. Видите? Здесь 6 рядов платочной. То есть 6 петель платочной, изнаночные, 6 платочной, то есть 5 платочной. 15 изнаночных, 6 платочной. А сейчас будем 9 ряд делать так. Первую снимаем кромочную. 5 лицевыми. Это платочная вязка. А эти будем 15 закрывать с вами. Я закрываю обычно. Вот так.
2 вместе и все закроем. На обратном пути мы сделаем петельки воздушные. Все закрываем любым удобным способом, кто умеет. Я так закрываю. Так, слетает махер мой. Так, 15 закрыли и 5 платочной вязки лицевыми петлями. Вот, смотрите, что у нас получилось. Вот такая качелька. Здесь 6 петель, 15 закрыли, 5 оставили. Сейчас будем снова запускать так до конца ряда. То есть эти 15 петель, потом 6 платочной вязки. Вот получились такие качелечки. Спицу поворачиваем и будем сейчас набирать с вами. Кромочную снимаем, 5 лицевых и делаем 15 накидов. Я делаю так, девочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 5 лицевых. Потом снова 15. И 5 лицевых и 1 кромочная. Вот видите. Все. Провязали. И снова раппорт будем начинать дальше вязать новую качельку. Шесть лицевых. А эти изнаночными провязывать. 8 рядов. Таких качелек нам нужно по окружности головы. Сколько на наша окружность головы по кругу, вот здесь шапочку, видите, по окружности, будем вязать. Вязать дальше будем самостоятельно, сколько нам надо. У меня получилось 20 качелек. Давайте будем вязать. У меня получилось 20 качелек связанных. Вот окружность головы у меня получилось. По 2 качельки, здесь 6 петель, здесь 15 петель, здесь 5 петель, здесь 15, здесь 6 петель. И вязала по окружности головы. У кого размер больше, у меня 56. На 100 качелях нужно больше связать. А сейчас нужно вот с этой стороны такое полотно у меня, с лицевой вот такое. Видите? И нужно шить. Вот эти края будем сшивать. Я сшиваю иголочкой. Вот эти места шить надо иголочкой. Можно крючком, кто умеет. Я так и так умею сшивать. Сошьем. И здесь сошьем. Вот эти. Здесь 6 петелек. Здесь 5 петелек. А здесь 6. Я надеюсь показывать, как шивать. Каждый умеет сам по-своему. Получается, вот такие качельки будем плести. Если вам не видно, вот буду показывать. Слева направо набираем. Получается, качельки такие. Косичка выплетается с качелек. Но я полностью не буду, а вам покажу. Вот, когда мы сошьем шапочку, сделаем такую качельку.
чтобы вы видели. Раз, раз, вот так получается объемная коса. И вторую точно так же качели. Когда бы сошьем, здесь все петельки набираем. Давайте наберем петельки, когда сошьем шапочку. Вот шапочку я сшила здесь. В трех местах, здесь и здесь, обычной иголочкой, и по окружности набрала на спице, шила обычной иголочкой, чтобы вам время не терять. А сейчас будем вязать 4 ряда лицевыми петлями по кругу, 4 провяжем, а потом поделим на 6 клиньев, вот как здесь. Видите? И будем запускать по 2 петли вместе через ряд. Девочки, вот моя шапочка, которую я вяжу вместе с вами. Как вы видите, 4 ряда я просто провязала лицевыми, потом разделила на 6 клиньев. У меня получилось здесь по кругу 96 петель. И получилось 6 клиньев. Вот. Я вязала по 2 вместе, 6 клиньев, через ряд убавляла. И у меня осталось 12 петель. Вот эти 12 петель я стяну иголочкой, уже начала стягивать, можно крючком, и затяну. Вот получилось у меня донышко такое. Стянула, а с изнанки мы зашьем. Аккуратненько. Можно большой иголочкой. Я взяла простой иголочкой. И все, шапочка готова вверх. Теперь низ шапочки будем вязать, набирать петли. Набираем петли. Я вот косичка идет, вот за эту набираю. Можно за нижнюю набирать, кто как придумает. Я вязала так и так, тоже все хорошо получается. По кругу и будем вязать. Лицевая и изнаночная. 4 ряда. А 4 ряда полой резинкой. Лицевую провязываем, изнаночную нить перед работой. По кругу, на обратном пути. Лицевую снимаем, нить за работой, а изнаночную провязываем. Тогда шапочка будет не растягиваться и красиво лежать вокруг головы. Вот. Видите как. Еще, девчонки, я вам покажу, как набирать петли крючком. Смотрите. Вот. Косичка. Крючком берем. Подхватываем нити. А потом будем переносить на спицу. Вот 2 петли. Раз. Так, аккуратненько. Можно на спице, можно крючком. С крючка на спицу. Будет красиво и дырочек не будет. Это кто умеет вязать крючком. Так, набираем. Получается у нас
петельки набраны крючком. Видите, как легко и красиво можно все вязать, кто умеет. Это показывает для начинающих. Можно так набирать и спицами, и крючком. Видите? Так до конца ряда будем вязать. Здесь косички. Покажу, заодно уже вам сделала. Шила. И пуговки контрастные будем подбирать для шапочки. Так. Какие вам нравятся пуговки. А потом сошьем, пришьем. Вот так будет получаться. Девочки, давайте делать самостоятельно. Вот и закончила я свою шапочку, девочки. Ушло 100 грамм на эту шапочку. Кто свяжет такую шапочку, высылайте мне фотографии на электронную почту. А кому понравилось, ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал, обязательно нажимаем на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления на мои новые видео. Вот. Все. И, конечно, вам схему, по которой я их вязала. Вот моя схема. Всем спасибо. Всем пока-пока.